за нашим мальчиком. За нашей мальчишечкой приехали. Да. Сейчас мыться пойдут. Кошка не хочет выходить. Мявка не хочет. Сейчас мыться пойдем. Нас немножко стошнило в дороге. Укачало. Ничего страшного, сейчас постираем. Вон, почесала его, называйте. Почесала его. Тебе обработать фронтлайном надо, значит... Вот он весь вот в это. Вот я его сейчас только расчесывала. Вот так вот сделали. Она с него сходит. А так это вот, это стружка. Я еще пришла, когда к ветеринару, говорю, перхоть какая-то или что. Они посмотрели, у него абсолютно кожа здоровая. Нельзя кусаться, Мартин. Нельзя кусаться. А она вон обиженная, под стол залезла от меня и вылезать не хочет. А, все еще перемывается. Да, Марти, не отнимай мне телефон. Обиделась. Да? Марти, лежать. Лежать. Марти, лежать. 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 Молодец. Вставай. Вставай. Ко мне. Сидеть. Давай лапу. Марти, дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Марти. Молодец. Давай другую лапку. Другую лапку давай. Лапку. Вот, молодец. Ну, сидеть вообще идеально. Ко мне сидеть. Вот умница. Вот умница, рыжая моя. Ну вот что с ним делать? Кошке нет покоя. Игрушку мявки купили, называется. Да? Марти. А, Марти. Так. All right.